Макс, а ты что, забыл? У тебя же сегодня плейдейт. Вы с Катей идете, Катя к подружкам, ты к одноклассникам. Давай, вставай, собираться пора. Точно! Ура! Макс, и зубы не забудь почистить. Катюшечка, зайчик, просыпайся. Даже одноклассницы пригласили в гости на плейдейт. Да? На плейдейт? Ну да. Ты что, забыл? Ни прически, ни мейкапа. Так давай быстренько собирайся. А во сколько хоть, па? У тебя ровно 2 часа на сборы. О, нет, утренний туалет. А зачем на плейдейт мейкап и прическа? Надо позавтракать, одеться. Чувствую, сборы будут веселые. Макс, давай быстрее. Так, надо зубы чистить. У меня лучшая идея есть. Сейчас такие зубы надену, ничего не надо будет чистить. Нет, не подходит. Ладно, почищу свои. Красоточка. Так, первая улица. Расчесаться. Язычок почистить. Так, все быстро делайте прическу. Прическа. Красавец! Где мой завтрак? Мне надо хорошенько позавтракать, потому что я иду на плейдейт. Надо же накрутить волосы. Так, бегуди, бегуди. Стой. Что, один только? Ладно. Так, план Б. Вот. То, что и нужно. Так. Та-там. Да, но надо другую насадку. Какую я прическу хочу? Мне же надо быть самой красивой. Кудряшки или вон... Волны. Окей. Нет. Я забываю. Так. Так. Приступаем. Красота. То, что надо. Так, макияж, макияж. Так, что мне надо? Так, мне нужны тени и помада. Кисточка. Какая? Вот это и, может быть, это. Отлично, приступаем. Так. Вот. Так, глазки. Вот это. Глазки. Так, розовым. Розовым надо. Так. Well, может быть, немножко синенького? Синенького, может быть. Красота. Теперь на другой стороне. Дети, вы долго собираетесь? Пора завтракать. Кать, ничего себе, ты на плейдейт собираешься. Ты как будто бы на бал где-то собралась. Я должна же быть красивой. Похоже, эти девочки, их не поймешь. Вроде бы идет в гости к одноклассницам, а собирается как на дискотеку вырядилась. Пап, ты не понимаешь. Все девочки будут красивой, и я тоже буду. Ты так красивая, моя хорошая. Не нужно столько краситься. Только губки и все, хорошо? Ну, если только губки, то ладно. Окей. И вообще, я думал, на завтрак не обязательно краситься. Готово. Мне совсем чуточку надо позавтракать. Мы же еще чай будем пить с девочками. Катюшка, зайка моя, может тебе яичко пожарить? Может овсяночки сварить? Бутербродик хлебом намазать? Папочка, мне достаточно. Что же этих 3 кусочка манго, ну? Па, достаточно. Тут есть витамины. Тем более, мы будем с девочками пить чай. Как скажешь. Вот я понимаю, Макс, настоящий мужской завтрак. Катя, завтракать надо плотно. Нам же надо много энергии, чтобы игры играть. Макс, мы игры не будем играть. Мы будем просто пить чай и делать прически. Как хочешь. Если хочешь играть в игры, надо плотно завтракать. Вот как я, например. Вот это я понимаю, ребенок. Сейчас с пацанами будет гонять целый день. На компьютерных играх. Конечно, тогда точно надо поесть. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ох, растут мои детки. Время одеваться. Так, что же мне надеть? Что же надеть? Это платье, как у меня, отлично. Кать, а что? Ты что, на дискотеку идешь? На бал какой-то или на плейдейт? Плейдейт. Мальчики, не лезьте в девчачьи дела. Ну, как скажешь. Только это же неудобно. Конечно же удобно. Все, я одеваться. А я беру геймерскую футболку и такой худи. И штаны. А, еще носки. А, да, конечно. Куда же без носков? Отлично. Теперь надо туфельки. Обуваемся. Я выгляжу безупречно. И это современные дети так собираются на плейдейт? Так, что мне с собой взять? Так, телефончик. Снимать тиктоки. Потом нам надо масочки, вот такие кристаллички,
потом еще кристаллы. Еще разноцветные кристаллы. Бабочки. Пригодится. Еще кристаллы. И масочки, конечно. Как же без них? И готово. Хотя, надо еще на всякий случай больше мейкапа. И кисточка. Та-дам. Сережки. Хотя, не надо. Ну что ж, я собрана. Идем. Вау, Катя. Я представляю, как ты будешь собираться на настоящий бал или дискотеку. Мальчики. Давай, время. Едем. Отлично. Пора собираться. Красавец. Идем собираться. Так, что мне надо? Контроллеры. Я посмотрю, чтобы ты тут весь склад не забрал с собой. Папа, не переживай. Весь склад не надо, но много заберу. Это и это. Потом фонарик. Работает. А фонарик-то зачем? Папа, это плейдейт. Надо быть ко всему готовым. Ну, надо так надо. Что следующее? Берем это и это. Окей. Ты что, на месяц туда идешь? Всего-то на пару часов. Папа, не мешай мне собираться. Еще Nintendo возьму. Вот. И все контроллеры. Окей. И идем. И держалки. Окей. Мы в свое время ходили в гости, носили только конфеты. Так, еще нужен sleeping bag. Ты что там, ночевать собрался? А вдруг? Ох бы мне такое детство. Это... есть. Опача, бильярдик. Папа, поможешь мне достать, плюс? Чтобы я не завалил тут все. А бильярд-то тебе зачем? Это вообще моя любимая игрушка. Мы не поломаем. Ну, я надеюсь. Хотя как вообще бильярд можно сломать? У вас, мальчиков, все может сломаться. Спасибо. Я, похоже, уже готов. Поехали. Вот это плейдейты. Так, кому какие куртки выдавать? Мне, пожалуйста, курточку Фенди и шляпку. А мне, пожалуйста, удобную. Фенди, шляпку? Что это за плейдейт такой? Вот, пожалуйста. Спасибо. Представь, Макс, такой вот плейдейт, как будто бы в Париже должна уходить по Елисейским полям. Вот, держи тебе удобную. Спасибо. Мальчики, мой мейкап не потек? Да не потек твой мейкап. Выглядишь просто отпад. Давайте, поехали. Давай. Прошу. Спасибо. Давай чемоданы свои. Фух. Товарищи, а вы тоже так собираетесь на плейдейты, как на свадьбу? Вот как Катя, например. Мальчики. Напишите в комментах, как часто вы ходите в гости к друзьям и наряжаетесь ли вы как вот как на бал. Или собираетесь нормально, как я. Вы хотите сказать, что я ненормально собралась? Ничего вы не понимаете. Ладно, поехали. Значит, ставим лайки, подписываемся на канал, а дети едут тусить. Да, обожаем плейдейт.